Несколько ответили, которые знают толк в ипотеке и доступности жилья. Начальник отдела продаж розничных продуктов филиала АО «Газпромбанк» Александра Зимина, прошу. Волнительно. На самом деле, перед тем, как озвучить, да, победителя в государственном жилье, хотел бы сказать несколько слов нашим уважаемым застройщикам. Все-таки вы делаете очень важное и нужное дело. Это как мультфильм «Чебурашка и Гена». Да, мы строили, наконец достроили, ура! Вот всегда хочется аплодировать именно достойным застройщикам, которые отвечают за то, что они делают. Спасибо вам большое. Таких, к сожалению, в Нижнем Новгороде не так много, но спасибо, что вы есть. И, собственно, доступное жилье топ-3. Наверное, да. Так, с третьего места, да, все-таки начнем? Или топ-3 здесь каким образом? Окей, давайте начнем с третьего. С третьего. Итак, доступное жилье, третье место, жилой комплекс «Красная Поляна». Поздравляю. Очень ждаю, что не были у вас лично, но тем не менее смогли оценить, да. Спасибо. Далее второе место. Жилой комплекс «Бурнаковский». И первое место, доступное жилье, вручается жилому комплексу в Сибири. Может быть, кто-то из застройщиков хочет что-нибудь сказать? У вас есть такая возможность, пожалуйста, на самом деле микрофон. Я был рад. Хотел поблагодарить в первую очередь организаторов рейтинга, экспертов, народных, профессиональных. Хотел поблагодарить, конечно, покупателей и жителей, слово с недели 15 тысяч. Вот. Ну и хотел поблагодарить участников, конкурентов, потому что вы всех нас делаете сильнее. Спасибо. Золотые слова, на самом деле. Если разобраться, то все одна команда. Спасибо большое. А сейчас я приглашаю.